На ЧТЗ полиция накрыла криминальный автосервис и задержала двух подозреваемых в похищениях машин. Это кадры оперативного видео. Стражи правопорядка искали один угнанный автомобиль, а обнаружили целую подпольную мастерскую. На запчасти эти легковушки разбирали прямо здесь. Регистрационные знаки, видимо, краденных машин, лежат тут же. Но подозреваемые не признают своего участия в криминальном автосервисе. Говорят, оказались тут случайно. Почему тут находитесь? Ну, с товарищем. Пили, сидели у него. Вот. Все, и как бы с утра я вышел. И сказал, ну, забери с собой номерак. Поступила ориентировка о краже транспортного средства ВАЗ 7 модели зеленого цвета. В ходе оперативно-розыскных мероприятий данное транспортное средство было нами обнаружено на территории СНТ «Надежда» в поселке Шагов. За совершение данного преступления подозреваются двое молодых людей, которые нами были задержаны. Челябинцев задержали и доставили в местное отделение полиции. Теперь, если их вину докажут, им может грозить до 2 лет тюрьмы.